Межэтнические отношения и этнополитика в центре внимания экспертов. Сегодня в Академии госуправления начался специальный семинар. В числе слушателей представители Ассамблеи народа Казахстана, профессора и ученые вузов и НИИ. В ходе семинара-тренинга они обсудят новые задачи государственной этнополитики, приоритетные направления и методологию научных исследований. Также будут выработаны рекомендации по ведению научных исследований в сфере этнополитики и межэтнических отношений. Насколько это тончайшая сфера, вот она и требует ежедневного, ежеминутного, тонкого, такого ювелирно-аптечного, что ли, вот подхода к вопросам баланса межнациональных интересов. Это ведь касается и экономики, и социальной сферы, и самое главное, правил общежития в многонациональном государстве. Мне кажется, что сегодня с этой работой достаточно успешно справляется Ассамблея народа Казахстана.